Один человек погиб и трое раненых в результате трех автоаварий, которые произошли 4 мая на дорогах Мордовии. Смертельное ДТП зарегистрировано в Лямберском районе. В начале 9 часа вечера на трассе рядом с селом Пензятка столкнулись «девятка» и «Киа Спектра». По предварительным данным, 56-летний водитель ВАЗа двигался со стороны Саранска в направлении Краснослободска, когда столкнулся с иномаркой под управлением 19-летнего водителя, который в этот момент ехал со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Kia Spectra госпитализирован в медицинское учреждение города. В ГИБДД пока не называют даже предварительные данные о виновнике. Его определит расследование. У водителей взята кровь на анализ, назначены необходимые экспертизы. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».